Это собака охотничья, сторожевая, и пригодна ли она для защиты? Она агрессивна или ей спокойно можно доверить ребенка? Существует много вопросов относительно этой породы, и мы постараемся ответить хотя бы на часть из них. Но основное, о чем мы должны помнить, она может быть послушной и упрямой, агрессивной и добродушной, она может охотиться, играть с вами или защищать вас точно так же, как любая другая собака, потому что прежде всего она просто собака, и для тех, кто ее хорошо знает, единственная в своем роде. Аргентинский дог. История породы короткая. Конечно же, при желании можно найти предков дога, живших века и тысячелетия тому назад. Но подобное занятие представляет интерес только для ученых. Впервые дог появляется в 1925 году у двух братьев, заядлых охотников, которые считают, что европейские собаки непригодны для аргентинского ландшафта и для аргентинской дичи. И действительно, природа здесь по-своему уникальна. Вряд ли где-нибудь еще в мире во время охоты требуется пересечь бескрайние равнины и густые леса, болота и труднодоступные горы. И это еще не все, потому что диких зверей здесь намного больше, чем в Европе. Но они более хитрые и агрессивные. Кроме кабанов, здесь очень распространена пума. И при таких особенных условиях нужна особенная охотничья собака. Но в 20-е годы такой собаки еще нет. Поэтому Антонио и Аугустин Норес Мартинес, два брата, о которых мы уже упоминали, решают вывести новую породу. Первой собакой, привлекшей их внимание, стал Перо де Пелея Кордобес, которого мы видим на этой редкой фотографии. Название породы означает «собака для боев из Кордовы». Собачьи бои в Аргентине, несмотря на то, что правительство в 1920 году запретило их, очень популярны. И центр подобных развлечений находится в провинции Кордова. Братья Норрес никогда не интересовались этими сомнительными представлениями. Более того, они считают их достойными осуждения. И тем не менее, им нужна смелая, необузданная, агрессивная собака с сильным характером. И Перо де Пелея – именно та порода, которая сочетает в себе все эти достоинства. Более того, она выращена в Аргентине. Но это не простое проявление патриотизма, а гарантия того, что собака хорошо приспособлена к природным и климатическим условиям страны. Есть у Перо де Пелея и свои недостатки. Ее довольно трудно приручить, и у нее абсолютно отсутствуют охотничьи навыки. Кроме того, эта бойцовая собака ненавидит своих сородичей, тогда как хороший охотник должен преследовать кабанов, а не себе подобных. И поэтому для создания будущего дога братья используют еще некоторые породы собак. Среди них бультерьер, английский бульдог, немецкий дог, боксер, пиренейский мастина, ирландский волкодав, Пойнтер, бордосский дог и испанский мастиф. Братья Норрес работают с большим энтузиазмом. Им помогает тот факт, что Антонио – хирург по профессии, хорошо знает законы генетики. И они достигают своей цели в невероятно короткий срок. В 1928 году Антонио уже может представить первый стандарт аргентинского дога, хотя официальное признание породы Аргентинской Федерации произойдет только в 1964, а признание Международной Федерации кинологов в 1975 году. Вся история породы, не имеющей аналогов в кинологии, шаг за шагом изложена в различных заметках, книгах, дневниках. Прекрасная, завораживающая история, которая, к сожалению, омрачена трагедией. Антонио Норрес был однажды ограблен и убит во время охоты. Августин же продолжил дело своего брата, проявляя достаточную компетентность. И ко времени собственной смерти в 1978 году зарегистрировал более 1000 щенков, среди которых мы найдем многих именитых родоначальников этой породы.
Итак, это охотничья собака, используемая прежде всего во время большой охоты. Так аргентинцы называют охоту на крупного зверя. В Южной Америке, в отличие от Европы, свора собак не гонит добычу поджидающим ее вооруженным охотникам, поскольку на столь обширных открытых пространствах практически невозможно направить кабана или пуму в какое-то определенное место. Таким образом, собаки должны блокировать зверя и бороться с ним, пока не подоспеет охотник, чтобы прикончить добычу при помощи ножа. На этой любительской съемке мы видим, как собаки борются со зверем на огражденной площадке. Для тех, кто любит охоту, есть некое очарование в наблюдении за неординарной храбростью дога. Но это зрелище довольно жестокое, ведь собака рискует получить тяжелые ранения. Риск возрастает, если пытаться копировать аргентинский тип охоты в Европе. Наши густые и труднопроходимые леса еще больше увеличивают возможность ранения собаки. По этой причине многие европейцы начали выращивать дога не для охоты, а для иных целей. Его возможности и физическое строение позволяют ему быть прекрасной сторожевой собакой. Дог очень привязывается к своему хозяину и его семье и с энтузиазмом исполняет роль защитника. К сожалению, и в этом случае есть свои негативные стороны. Бойцовские качества, отвага и сильный характер необходимы для сторожевой собаки, но те же самые черты ищет неуравновешенный человек для своей собаки-убийцы, для своего хвостатого оружия. Эта сомнительная мода в последнее время широко распространена в бандитских кругах. Противоборствующие группировки встречаются друг с другом, вооруженные не ножами, а собаками. И если следовать логике, стоит осуждать двуногих преступников и привлекать к ответственности их. А в результате вина, даже некий демонизм, приписываются собакам, этим безмолвным инструментом в человеческих руках. Это привело к тому, что сегодня обсуждается возможность уничтожения некоторых пород собак путем обязательной стерилизации. Дог, ротвейлер, питбуль и многие другие среди них. Подобная идея сродни истреблению невинных младенцев, и мы надеемся, что она никогда не будет воплощена на практике. Проблема существует, но необходимо отметить, насколько люди, даже истинные любители собак, могут быть некомпетентны. До сих пор многие не понимают, что характер и поведение собаки, будь то дог или пудель, напрямую зависит от хозяина и от того, что он хочет от своего питомца. Посмотрите на этого дикого зверя, этого убийцу, эту военную машину. Вам действительно страшно? Даже если это хорошо развитый физически воспитанный дог. Вы еще в чем-то сомневаетесь? Тогда посмотрите. Это все та же собака, которая заметила, что угрожают члену ее семьи. Возможно, кто-то подумает, что хозяин этого дога очень безответственный человек, раз позволяет своему сыну играть с ним. На самом деле, хозяин этого дога – опытный собаковод, который знает, как вырастить уравновешенное и надежное животное на 200%. Те же самые собаки могут спокойно гулять по площади в базарный день. Или позволить себе зайти в бар, не представляя при этом никакой опасности для окружающих. В спокойной обстановке они тоже спокойны. Но если дог кусает, то делает это решительно и отважно. Правда, только в случае необходимости, когда замечает опасность или посягательство на свою территорию. Разве не смешно, что только из-за этого хотят уничтожить породу? Ведь в остальном это ласковое и спокойное животное, и как любая другая собака, она любит, когда ее гладят. Агрессивность собаки еще не означает опасность. Собачья агрессивность – это черта характера, присущая любой породе, даже декоративной. Да, эта черта сильно развита в доге, поскольку она была специально отобрана при выведении породы. Но если агрессивность дога использовать должным образом, он будет не более опасным, чем мальтиец или йоркшир. Разве вооруженный пистолетом полицейский опаснее вооруженного ножом преступника? Конечно же нет. Важно не оружие, а намерение того, кто им располагает. Нет сомнения в том, что дог вооружен до зубов, но его психическая уравновешенность делает его совершенно неопасным.
Он никогда и не подумает наброситься на кого-либо без причины. Только хозяин может заставить его вести себя так ненатурально. Поскольку дог любит хозяина больше себя самого, он готов на все, лишь бы угодить ему. Но не будем винить собаку. Не будем называть ее собакой-убийцей. Беспричинная жестокость и агрессия – это те черты, которые свойственны только двуногим существам. Из того, о чем мы до сих пор говорили, не стоит делать вывод, что дог — это собака, с которой никогда не бывает проблем. Быть хозяином довольно крупной собаки с сильным характером — это всегда большая ответственность, и появляется она в момент приобретения щенка. Решение взять аргентинского дога не должно быть результатом сиюминутной прихоти. Подобный шаг необходимо как следует обдумать. Чтобы быть хорошим хозяином, мы должны иметь твердый, уравновешенный характер и не быть слишком нервными. Мы должны вести собаку твердой, решительной и в то же время ласковой и успокаивающей рукой. Мы должны быть уверенными и последовательными в своих решениях. Мы должны уметь проявлять любовь к своему питомцу и в нужный момент рассчитывать на его послушание и дисциплину. Если подумать, все эти качества требуются и от хорошего родителя. На самом деле, будущие хозяева дога несут такую же ответственность, что и те, кто решил завести ребенка. Жаль, что очень часто люди не задумываются об этом. Ни в том, ни в другом случае. Если очень важен характер хозяина, то очевидно, что характер собаки важен не менее. Частью он зависит от генетики, от качеств, которые были присущи родителям, частью это результат воспитания. На ранней стадии воспитания необходимо как можно чаще гулять с юным догом, чтобы он мог познакомиться с окружающим миром и, прежде всего, с людьми. Не бойтесь гладить его и проявлять свою любовь. Она не помешает ему в будущем стать прекрасным сторожем и защитником, поскольку необходимые для этого качества заложены в нем природой. В период своего развития дог должен встречаться также и с другими собаками. Это позволит ему забыть свое бойцовское наследие, и он сможет мирно уживаться с себе подобными. Конечно же, он никогда не будет благодушно смотреть на своих сородичей того же пола. Особенно это касается самцов, и является почти нормой в мире собак. Но хорошо воспитанный дог сможет спокойно общаться с другими собаками, не затевая сразу же драку при встрече с ними. Если щенок происходит из хорошего рода, если он должным образом воспитан, и хозяева, заботясь о нем, проявляют и ласку, и строгость, то мы можем биться об заклад, что из него вырастет уравновешенная и надежная собака. Его внешний вид может вызывать уважение и робость, но мы всегда будем знать, насколько нежным и ласковым бывает сердце, которое спрятано под этим мускулистым телом. С темпераментом дога надо считаться. Обуздать его не так уж и просто, потому что он никогда слепо не подчиняется приказам. Он должен быть уверен в том, что нас следует уважать. Если мы многое позволяем ему, он становится упрямым. И когда мы стараемся внушить ему что-то, он посмеивается над нами. И все же лаской и строгостью мы можем добиться больших результатов. В Аргентине дога даже используют в качестве собаки-поводыря для слепых. Вдвойне надо быть внимательными, когда собака дрессируется для защиты. Поощрение агрессивности у этой породы может привести к большим проблемам, если делать это без должных знаний и понимания психологии собаки. Мы можем получить огромное удовлетворение, работая с догом, но необходимо помнить, что дилетант ни в коем случае не должен импровизировать, воспитывая собаку, и что всегда лучше обращаться за помощью к профессионалам.
До сих пор мы говорили только о характере дога. Но ведь это еще и красивое животное, чьи физические характеристики мы не можем не отметить. Красота дога, как и красота любой другой собаки, должна быть функциональной, полностью отвечающей тем целям, ради которых данная порода была создана. По этим критериям был выработан стандарт породы, основной характеристикой которого является молоский мезоморфный и мезоцефалический тип, предполагающий гармоничность пропорций как тела, так и головы собаки. Это крупная собака, но не настолько, чтобы считаться великаном. Основные пропорции. Высота в холке равна высоте в крупе. Глубина грудной клетки равна 50% высоты в холке. Длина тела на 10% превышает высоту в холке. Параметры головы дога очень важны, поскольку у него череп собаки, привыкший хватать добычу, и морда хорошего нюхача. Это сочетание позволяет ему быть отличным охотником. Таким образом, профиль черепа выпуклый, в том числе и из-за развитых жевательных мышц, тогда как профиль морды слегка вогнут по направлению к стопу. Эта легкая вогнутость, которая позволяет догу ориентироваться в запахах, происходит от скрещения с пойнтером. Голова дога должна быть представлена двумя кубами. В один вписывается череп, а в другой — морда. Если морда не вписывается в куб с параллельными гранями, очертания головы считаются неправильными. Морда той же длины, что и череп. Стоп обозначен не грубо и является местом перехода от выпуклого черепа к слегка вогнутой морде. Глаза могут быть темными или цвета лесного ореха. Края век предпочтительно черные, но допускаются и светлые веки. Между глазами должно быть большое расстояние. Взгляд внимательный и живой, но в то же время и жесткий, особенно у самцов. Нос всегда должен быть черным с широкими ноздрями. Он слегка приподнят вперед и, образуя кончик выпуклой морды, соотносится с точкой, обозначающей вершину изгиба. Челюсти должны быть хорошо прилажены, желательно прикус по типу ножниц, но допустим также и прикус по типу клещей. Стандарт 1973 года не возбранял нехватку зубов, но по новому стандарту 1999 года необходим их полный набор. Уши посажены высоко, далеко друг от друга, что обусловлено шириной черепа. Если они обрезаны, то должны быть треугольной формы и стоячими. Некупированные уши находятся в висячем положении, прикрывая заднюю область челюстей. Губы умеренно толстые, короткие и гладкие, со свободными краями, желательно пигментированными черным. Шея массивная, дугообразная, покрытая эластичной кожей. Грудь широкая и объемная. Спереди грудина спускается до уровня локтей. Сбоку широкая грудная клетка спускается ниже локтей. Холка длинная и рельефная. Плечевые, шейные и грудные мышцы могут создать впечатление рваной линии спины сразу за холкой, но это происходит за счет того, что в этой точке сходятся также и мышцы крупа. Круп средней длины, широкий и мускулистый. С горизонталью сохраняет угол наклона около 30 градусов. Хвост толстый и длинный. Более широкие основания к концу постепенно сужается. Спереди мы видим высокие сильные плечи с заметным рельефом мускул. Передние конечности вертикальные, с круглыми лапами и плотно прижатыми друг к другу пальцами. Задние конечности среднего наклона. Сильные и мощные, параллельные, если смотреть сзади. Шерсть короткая и гладкая, полностью белая. Допустимы черные пятна только вокруг глаз, если они не превышают 10% от всей поверхности головы. Среди особей с прочими одинаковыми характеристиками предпочтение всегда отдается наиболее белому животному. Пятна на теле или больше одного пятна на голове могут стать причиной дисквалификации.
Высота самки должна быть от 60 до 65 сантиметров. Высота самца от 62 до 68 сантиметров. До 99 года дисквалифицировались только более низкие животные, но по новому стандарту собака не должна быть и слишком крупной. Рысь широкая, с большим размахом передних конечностей и мощным толчком задних. В галопе собака демонстрирует свою энергию, высвобождая всю имеющуюся мощь. Красивый, уравновешенный, сильный, надежный. Вот какой настоящий дог. Но будьте осторожны. Приобрести настоящего дога можно только у опытного заводчика, который умеет отобрать действительно красивое, уравновешенное животное с хорошим характером. Найти таких заводчиков можно в обществе, специализирующемся на разведении данной породы. Обращаясь же к любому другому источнику, вы сильно и неоправданно рискуете. Если аргентинский дог покорил ваше сердце, то знайте, он не представляет никакой угрозы для человека и никакой опасности для других животных. Он легко ладит не только с домашними животными, но и со своими натуральными врагами. На этой фотографии мы видим дога, который вполне дружно живет с пумой. Мы никогда не устанем повторять, что по своей природе каждая собака добрая, и только человек может изменить ее характер. Если вы заботитесь о своем доге с любовью и уважением, то он ответит вам тем же и будет испытывать к вам чувства более сильные, чем те, которые вы когда-либо сможете предложить ему.